28 октября под председательством Виктора Денисова состоялось очередное 26-е заседание районного совета депутатов. На заседании присутствовали глава района Любовь Заспа, прокурор района Андрей Шабанов. Согласно повестке дня, депутатами было рассмотрено 8 вопросов. Одним из вопросов было внесение изменений в районный бюджет в части выделения дополнительных средств на социально значимые объекты района – детский сад «Росинка» и культурно-спортивный центр «Марининский». Также на заседании депутатами было принято решение, касающееся работы районного совета депутатов о включении в состав постоянной комиссии по социальной политике и местному самоуправлению избранного депутата по Черемшанскому одномандатному избирательному округу номер 8 Сергея Славского.